районной интеллектуальной игре правовой брейринг для учащихся старших классов, колледжей и лицеев 8 лет. За годы существования проекта он смог зарекомендовать себя не только как эффективный механизм для расширения кругозора учащихся в области права, но и в плане грамотной и продуктивной организации досуга подростков в период каникул. Основная его цель – это правовое просвещение учащихся, а также профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних. Традиционно брейринг проводится в рамках акции «Полезные каникулы». Собираются, как правило, команды учащихся школ, гимназий Ленинского района, а также средних специальных профессионально-технических учреждений образования. Сегодня на брейринг пришли порядка 23 команд. Здесь главное – быстрота реакции, эрудиция и находчивость. Два тура – отборочный и финальный. Тема – права детей. Вопросы самой разной направленности. Их готовят различные субъекты профилактики. МЧС, ГАИ, ОВД, интеллектуальная площадка объединила как новичков, так и старожилов, эрудитов и ребят, находящихся в социально опасном положении. В такие мероприятия мы стараемся привлечь максимальное количество детей, с которыми проводится индивидуально-профилактическая работа. Но, кроме того, у нас еще есть дети из семей, которые признаны находящиеся в социально опасном положении. Поэтому в рамках акции «Полезные каникулы» основная задача – максимальное количество детей привлечь к таким мероприятиям. Многие из тех, кто уже не первый год принимает участие в проекте Ленинского района города, хотят связать свое будущее с областью права, потому проверить свои силы и получить новые знания лишним точно не будет. Во-первых, это интересно, и я считаю, что это мне будет полезно, так как я собираюсь поступать в Академию МВД. И чтобы иметь минимальные представления о будущей работе и как-то связать себя с правом на школьном уровне, я принимаю здесь участие. Обучаюсь в правоохранительном классе, поэтому участие в брейринге для меня как бы честь. Вот. Безумно интересное и увлекательное мероприятие. Очень интересный вопрос. Мы проходим знания по ПДД, по праву. Знать букву закона продиктовано объективной потребностью современного общества. Правовой брейринг дает возможность молодежи обрести новые знания не за учебниками, а в более интересной обстановке в формате игры.